Добрый день! Сегодня предлагаю приготовить очень вкусный весенний салат с кальмарами. Для этого нам понадобится зеленый лук, отварные яйца, кальмары, майонез, черный перец. Для начала я кальмары отварю в кипящей воде. Вода закипит, я опущу туда кальмары и проварю их буквально 5 минут. Пока у меня кальмары варятся, я мелко нарежу лук. Лук я вымыла, почистила тоже. Вот так вот прям меленько нарезаем лук. Кальмары наши сварились, подостыли. Я их уже начала резать. Разрезаю вот так вот кальмарчик на четверо вдоль. И нарезаю такой меленькой соломкой. Вот так, чтобы было видно. Такой соломочкой нарезаем. Кальмары наши мягкие. Главное, чтобы они не переварились. Но в то же время и были готовые, чтобы были сваренные. Так нарезаем все наши кальмарочки. Яйца я натерла на крупной терке. Добавила вот к нарезанному луку. Сюда же добавляю наши нарезанные кальмары. Добавляю перчик. Но это уже по желанию. Кто как любит. Можно добавлять, можно нет. И добавляю майонез. Такую хорошую большую столовую ложку майонеза. И все размешиваю. Соль по вкусу. Сейчас мы заправим салат, попробуем. Если надо будет, немножко добавим соли. Вот такой у нас чудесный весенний получился салатик. Все компоненты очень хорошо сочетаются. Прям весеннее настроение. Рекомендую приготовить. Готовьте с удовольствием, радуйте себя и своих близких. До новых встреч, до новых видео. Хорошего всем дня!